Алло. Здравствуйте, дядя Саша. У меня все в порядке. Мне маму можете дать, пожалуйста? Ты где? Я на Украине. В Украине. Я оружие. Оружие сдал в плен, сам сдался. Потому что... Нет, свои убили бы. О, блядь. Русские убили бы. Я понял. Они... Что делать, нет? Дядя Саша, там... Сейчас я все объясню. Будет обмен. Обмен теми, кто сдался. Заложники. Те, кто взяли заключенных, те, кто сдался сам. Будет обмен. Но когда обмен, будет неизвестно. Надо через час, через войску все это узнавать. Вот а пока Россия не начнет обмен военнопленными, вот этого ждать надо. Ты где? Мам, успокойся, все хорошо, мам. Я спокойно с тобой разговариваю, слышишь? Слышу. Мам, все нормально, я в Украине, я сдал оружие, сдался в плен сам. Все хорошо, меня тут кормят, меня обувают, одевают. Все в порядке, не переживай там. Сейчас нас посадят в СИЗО, ждать пока будет обмен пленными. Мам, успокойся, там кормят 3 раза в день, поят, все в порядке, ты не переживай, я сам, моя инициатива сдаться, чтобы свои не убили, мам. Ты знаешь, что тут происходит вообще? Ты знаешь, что происходит здесь? Я не знаю ничего. Мам, тут наши же, которые мы нашими русскими называем, воюя с Украиной, убивают людей мир. Ты понимаешь это? Что нам делать? Мам, все через воинскую часть делается. Они нам мозги там ковыряют. Потому что там командира полка нету, мам. Через флот, значит, через корпус. 11-й армейский корпус. Бить не бьют тут, мам. Убивать не убивают. Все в порядке. То, что вот говорят, у нас убивают заключенных, тех, кто сдался, никого тут не убивают. Все на месте. Ты хорошим там ребятам попал. Они все тут хорошие, мам. Это наши тут пришли убивать. Ты один или с кем-то из своих? Нет, я со своей роты, я один. Я просто отстал от строя, чтобы оружие сложить. Сложил оружие, дождался, пока украинские военные войдут и заберут меня. Так что не верьте, мам, то, что там говорят, в России, это все брехня, мам.